История про священный сад, запретный для женщин. В этот чудотворный уголок разрешено было входить только мужчинам. Сад был сотворен богами для обретения мудрости правителя этой империи. Но женщинам запрещено было ступать в это место. Та, которая слушается, будет проклята страшной неведомой силой. Со мной, но только я кричу тебе: постой! Там на берегу я погружусь во мглу, спасая душу грешную свою. Тебе дороже любовь или обман? Я не знаю, что спасти нас может, и на душе туман. Я не знаю, кто из них главнее, ответь мне вновь и вновь. Только сердце бьется все слабее, а мне нужна любовь. Я не знаю, что тебе дороже, любовь или обман. Я не знаю, что спасти нас может, и на душе туман. Я не знаю, что тебе дороже, любовь или обман. Я не знаю, что спасти нас может, и на душе туман. Не главнее, ответь мне вновь и вновь. Только сердце бьется все слабее.